В сентябре вышел в свет очередной выпуск регионального журнала «Столица Нижней». На его страницах можно найти и материал о Сарове. В нем наш город сравнивается с уголком Европы. Респектабельный облик создают в том числе новые микрорайоны, в которых учтено все до мельчайших деталей. Единый стиль застройки, современное здание и благоустроенная территория. Новый жилой комплекс в районе поймы реки Сатис по праву можно считать одной из достопримечательностей нашего города. Поэтому неудивительно, что нижегородские журналисты, приехав делать обзорную статью о Сарове, не могли обойти его вниманием. Речь в материале идет о том, что именно позволяет нашему городу раз за разом получать звание самого благоустроенного в регионе. Прогулявшись по бульварам вдоль набережной реки Сатис, оценив по достоинству огромные площади зеленых газонов, декоративные деревья, дизайнерские световые опоры и, конечно, гармоничный и целостный облик всего микрорайона, наши нижегородские коллеги назвали Саров уголком Европы. Не обделен вниманием новый жилищный комплекс и на федеральном уровне. Мы уже сообщали о том, что проект комплексного освоения в районе поймы реки Сатис, именуемый Саровской ривьерой, вышел в финал главного градостроительного конкурса от Минстроя России, войдя по сути во всероссийский топ-10 проектов комплексного освоения территории регионов. Руководство компании адекватно оценивает свои силы. И планка сразу была поднята достаточно высоко, и поэтому для нас это не явилось сюрпризом. Проект комплексного освоения в районе поймы реки Сатис в Сарове, он действительно интересен, масштабен и заслуживает внимания. То, что проявлен интерес к проекту и дана высокая оценка, это нам дает новые силы и возможность для его успешной реализации. И в связи с этим в ближайшем будущем ожидаются визиты представителей федеральных и региональных властей. Эти встречи будут обязательно освещены в СМИ разных уровней. Ну, а наши двери всегда открыты. Мы всегда готовы к диалогу. И, конечно же, будем развивать наш район, уже ставший точкой притяжения жителей и гостей города. Победители министерского градостроительного конкурса определятся совсем скоро. Подведение итогов пройдет уже 20 и 21 сентября в рамках Российского строительно-инвестиционного форума. Компания «Саров Инвест» в качестве участника приглашена на это важнейшее событие. Мы обязательно примем участие в деловой программе форума, в рамках которой будет проходить обсуждение решения проблем и перспектив развития строительной отрасли России. Нам есть чем поделиться и есть что обсудить с другими участниками форума и, главное, представителями власти. В рамках деловой программы мы также планируем выступить с докладом, дать свою оценку и предложение по развитию строительства и поддержке застройщиков на федеральном и региональных уровнях. Также в рамках форума на ВДНХ пройдет выставка, на которой финалисты градостроительного конкурса представят свои проекты. Посетители со всей страны увидят и экспозицию компании «Саров Инвест», посвященную проекту комплексного освоения в районе поймы реки Сатис. Претенденты и проекты конкурсантов очень сильные. Многие из них уже имеют большой опыт участия в подобных мероприятиях. Мы же будем представлять свой проект на таком высоком уровне впервые. Мы волнуемся за проект, болеем за дело и надеемся на победу. Результат увидим. Съемочная группа канала 16 тоже посетит выставку и информационно-строительный форум. Об итогах и результатах мероприятий мы обязательно расскажем в наших выпусках. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.